пошла. Шевелись, плотва. Придержи. Норлинг. Отойди. Это военный лагерь. Местным вход. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избав... Ведьмак? Капитан Петер Сар Гвинлеви сейчас... Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Колтис Грифон Несанлов. Аэм Торп. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Астрэд. Марсан Дэйн Карбон. С. Диги Фирин. Нордес Улф Хейден Анморес. С. Дрог Мэрс. С. Туфен Улф Хейден. Мире. Дейх Этен Дэ Энесса. Мекай, мекай. С. Годер. Мат. Тасау Туфен С. Кюар Апю. Нордлинг? За вами. Сам! Вы Себара Энкас. А без это? Эван, выдрай. Эсекюра Анфро 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 Анфро. Эссе Йондрайн Айб Макэр. Ну? Придется ликвидировать часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Солдат тоже человек. Ну, надо есть, правда? Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Настоящий ведьмак. Братья мне не поверят.
Пароль! Не знаю никакого. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Покажи мне свой товар. Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки... Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Бывай. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. Покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Йеннифер из Венгерберга. Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Тут в окрестностях завелся грифон. Почему для тебя так важен? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9. В том, чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать... Не хочешь морочить? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войны. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. С тех пор грифон нападает где попало. Значит, он бросил логово. Судя по твоему тону, это будет непросто. Для приманки мне нужна одна тра... Крушина? Ты впервые слышу. Да, наверное, сперва ты выучил основные... Нет, сперва были поговорки. Загляни к Тамире. Это травница. Мне нужно больше сведений об этой твари. Может, тебе очевидцев? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место... Мыслов! У него хата к югу... Тамира... Эзон Яктон.
Малинке? Аборт! Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что... Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось? Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было, и что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы больше всего мне один... Ладно, схожу. Следы повозки, она заехала в болото. А вот и повозка. Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Повозка, утыканная стрелами. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Yeah!
О, так что, нашелся сундучок-то мой? Нашел я твой ценный сундучок. На этих болотах дряд. Осторожно! Сзади ничего не... Посмотрим, может, наездник... Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгиермер. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста.
Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ты Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Собаки опаснее... Говорю, как есть. Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод, а дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да. Многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокость? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел Нильфга? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это вас в дерьмо. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет, Гриф? А вот собаки могут. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо, а дворнягу разве что пнут походя. Но избивают эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в струпьях, а подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. Не жаль. Надеюсь, он тебе не друг. Нет. Вовсе нет. Ты что... Покажешь, где нашел нильфгаардцев? Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Thank you.
где-то здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали. Но грифон их прервал. Земля черная от запекшейся крови. Лагерь? Это следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, нильфгаардцы. Гнездо грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. Самка. Личинки в ранах уже вылезли. Значит, она выходит второй грифон. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодости. Жесткая. Это объясняет, почему сам... Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Силы.
Плотва не так быстро. Я не мешаю? Наоборот. Передай-ка мне двоегрот. Это такой... красный цветок. Ну-ну. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано. Но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да. Тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай. Здесь в округе. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... то будет вонять хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Крушина мне нужна для... Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... А,
Приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Нильфгард ценит одно – порядок. Грифон его нарушает. Да. Сначала они разберутся с чудовищем. Ты же не здешняя, это. Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел и... Может, в следующий раз? Шевелись, плотва! Сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Вот тебе слово. Ключ потеряла, ба... Нет! Сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовой коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю, а вы, должно быть, на голову упали, чтоб по ночам такие глупости у людей выспрашивали. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Одолжи, говорит. Захватывающая история. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин.
закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она... Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь... Заказы на сковородку. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Откуда запах? Вот и бесценная сковорода, только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Какие-то документы сожжены почти дотла. На некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Треснувший монокль. Интересно. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б... Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие... Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об... Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Вот. Жарю-ка я себе на ужин сига.
на тебя с рожей. Пошла. Чертяка змееглазый. Опять мне косули деревца пообщипали.
змееглазый. Есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения. Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот. Возьми маленький подарочек за то, что тебе не все равно. Это верно. От тех сливок у меня болит живот. Теперь помедленнее. Лишь бы нам солнышко светило.
ищем хозяина позже, когда будет безопасно. И часто ты разговариваешь со своей собакой? Это не моя собака, а моего брата Бастина. Хотя теперь уже, наверное, моя. Понимаешь, Бастин бился с черными. Здесь неподалеку большое сражение было, и с тех пор от него никаких вестей. Говорил я ему, сделай как я. Отрежь себе палец или два, тебя и не заберут. А он побоялся. Вот холера. На твоем месте я бы осмотрел. Был я там. Море трупов и трупоедов. Слышал я когда-то, что они боятся огня. Так попробуй... Послушай-ка, я так понимаю, ты эти мечи не для парада носишь? Защити меня. Хорошо, я тебе помогу. Только после битвы прошло уже несколько дней, так что шансы, что мы найдем твоего брата живым, малы. Кто бы сомневался. Я хочу хоть тело забрать, чтоб Бастин не... Встретимся на пригорке, рядом... Гнездо гулей, надо его уничтожить. Хорошо, что ты пришел. Бастин и его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тела сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Время... Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Так что по... Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают... Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим раз... Столько трупов. Война только началась. Thank you.
Это он? Нет, не похож. Ну так что? Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Он его учуял! Гусар учуял Бастина! Вперед! Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллисты обстреливают, а он все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Прекрати, ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастин! Он тебя взял в плен, этот нильфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок. Потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел хромого. Пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Россона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если его у нас найдут? Тогда повесят всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Если бы не этот черный, Бастин бы уже умер. Так может, ты ему покажешь, что нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгаарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду, обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно, будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Отсюда изливается магия.
гнездо гулей. Надо его уничтожить. Yeah.
убью.
Отсюда изливается магия. А я сегодня получил горбушку хлеба. Император поведет нас прямо на Новиград. Вы шпион? Покажи мне. Thank you.
Бывай. Эсхей Дубукаган. Дорогу. Настоящий ведьмак. Брат тебе не поверит. Хватит болтать! К бою!
помощь. Верно. Приветствую. Покажи свой... Бывай. Странно. Скотина! Thank you.
Вернуться нет. Долгая дорога. Староват я для таких переходов. Медальон дрожит. Это место силы. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Шпионить или...
Покажи мне свой товар. Бывай. Смываю. Арпай. Эргеридес. Герид. Сталин. Кер. Нестэ. Драйв. По другую сторону реки, оно чье? У леса-то? Боин из Климков. Да? Что так? У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгеардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Грифон бросил логово. Ну как успехи? Я кое-что разузнал. Это самец. У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтоб сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Крушину я на... Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Забудешь тут. Мы как встретимся. Больше ждать смысла нет. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощицы. Места много. Значит, там мы увидим.
бабка моя разная. Как Кузнецов сынок пропал. Настоящий ведьмак. Мужики начали ведьмака. Батя мне не поверит. Тот аккурат случился. Чертяка змееглазый. Речка, золотая Нива, очаровательное место. В самый раз для засады. Я бы другого не выбрал. Но так как... Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки всю округу. Теперь остается только ждать. О, пойдем-ка в тенек между березами. Слушай, а что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. Пойдем, здороваемся. Погоди. Возьми-ка. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Ведьмак с арбалетом? Предлагаешь нарушить традицию? Ну, хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Береги! Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак, иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку грифона черным, а я приготовлю лошадей.
Увидимся в корчме. Вместо силы сюда изливается мания. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Чего? Вижу, ты перестал изображать. Ничего я не изображал. Я протянул этим людям руку, а они ее оттолкнули. Может, потому что та же рука держала меч, от которого погибли их близкие? Ха! Тоже мне моралист нашелся. А что бы ты сделал на моем месте, а? Ну, что? Не был бы на твоем месте. Говори, зачем пришел. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер?
в Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Мы еще не закончили разговор. На, возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Такие, как ты, там служили. Не люди. А, проказа. Варвар. Варайн Карзайн. Начали ведьмака пытать. Кто-то ура случился. Гестера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван. Или Гестера. Опять мне косули деревца пообщипали. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя. А что не так с... Я таких денег в жизни не видал. Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете,
Прогоните его. Очень прошу. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Тело высушено, следы ожогов. Трава вокруг колодца выжжена. Судя по всему, это полуденница. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь.
Браслет. Может, он связывает души девушки с этим местом? Едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Похоже, полуденница не отходит от колодца. Похоже, полуденница не отходит от колодца.
удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни.
сработало. Суп-то надо готовить. А Тослав-то... Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Люди всякое болтают о ведьмаках. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починит повозку. Время... Дай-ка взгляд... Береги себя. Приветствую. Дай-ка взгляну. Береги себя. Солнышко светило. Я теперь Дерван. Тишь на полях Нильфгаардской страны. Эмгир император наделался. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила. А так есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне приданое пригодится. Сохраните деньги Любе на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милздарь-ведьмак.
За доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Пожалуйста. А ты любишь сверчков? Йеннифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Значит, пора собираться. Угу. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти! Задохнулось. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Оставь. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Нехорошо! Я отпускаю его! Что такое, сука? Это...
Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Изиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждет. Тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? Thank you.
после аудиенции. В поисках Йенни к своей давней любви Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме.